Скажите, а как сделать так, чтобы управлять голосом всеми умными устройствами Xiaomi? Значит, заходите в приложение Яндекс Алисой, здесь вот заходите в устройство, в виджет новый, ну и здесь вот вправо внизу добавляете плюсик, устройство умного дома, ну и здесь, друзья, подсоединяйте, вот видите, у меня уже подсоединен аккаунт Xiaomi. Вот, собственно, и все. Подсоединяйте, вводите логин и пароль от Xiaomi, и все ваши устройства из Mi Home. В данном случае у меня два робота-пылесоса, один у родителей, другой у меня. И оба теперь я могу включать через приложение Яндекс с Алисой. Значит, я это уже, конечно, показывал, но могу показать и еще раз. Включи космического роботрона. Включаю. Ну и слышите, вот он, вот она включает. Выключи космического роботрона. Давайте поищем. Выключи космического роботрона. Найдется все. Видите, сложное название, он уже тяжело ей. Выключи космического роботрона. Давайте поищем. Ладно. Выключи космического роботрона. Ищу в Яндексе. Ну вот и такое бывает.